Вполне неплохо, да? Полный привод. 6,2 мотора на Авике. Как вам? Слюка. Классная машина. Ну, единственное, что мне не нравится, колеса сделано, как она в Дейнале, вот эта вот штука. Как вы думаете? Купим мы в этом году такую машину. Вот серый цвет мне тоже нравится. Тут 72 тысячи. Я думаю, что надо брать. Так, работа. Сегодня бегаю с самого утра, как ужаленный. Детей в сад отвез. 6 часов утра пытаюсь столешницы заказать. Детей отвез, в офис заехал, подписал документы, чтобы оплатить эти столешницы. Пытаюсь там как-то раскидать эти работы. Сегодня у меня еще у людей, кто мне помогает, выходной. И это превращается в какую-то супер экстремальную обстановку и создает экстремальную атмосферу. Сейчас я еду не на своем траке, как вы видите. Нужно будет вон Юкона отвезти, поменять масло к дилеру. Это лизинговая машина, я не помню, вам говорил или нет. И, собственно, дилер отвечает за такие вот работы. Так что мало чего изменилось. Единственное, что сегодня для меня очень важный день. Сейчас 10 часов утра. У меня в час дня будет экзамен, ребята, который я ждал, блин, почти 2 года. И это просто трындец. Но из-за того, что меня сейчас со всех сторон просто дергают, я даже не успеваю испытать чувство страха и ужаса от предстоящего испытания. Поэтому, может быть, есть в этом и смысл, хороший смысл. Единственное, что голова же тоже имеет свой лимит. И главное, чтобы я не приехал на этот экзамен в час дня высушенный просто. Нужно себя сохранить. Еще и вам что-то показать. Нравятся мне траки GMC-шные. Особенно те, которые с 6-литровым мотором. Вот и Sierra есть, которые 1500, да, это как мой Ram 1500, либо как Ford 150. Единственное, что мой Ram на 3,5 литра, там 3,6 мотор, то на некоторых Sierra есть 5,8 или 6,3 даже есть моторы. Вот хочу такой трак. Потому что, ну, как бы Рэм трак хороший, но он все равно не вытягивает. Такой был бы в самый раз. И я смотрел, вон там есть Sierra, которая 2500. Ну, он прям большой. Сейчас я посмотрю тут на парковке его. А, вот он стоит. Красный, по-моему, тоже это Sierra 2500. Ну, короче, вот там 100% белый стоит Sierra 2500. И он даже в комплектации Denali, это типа вот как красный, видите, у него там Denali написано. Это типа крутая комплектация. Он выглядит очень скромно внутри. Ну, то есть, как бы, это просто чисто такой рабочий трак. Я жду, пока Tesla за мной приедет. Через сколько? Через 6 минут.
Посмотрим с вами одну машину. Вполне неплохо, да? Полный привод. Сьерра как раз с 6,2 моторами, видите? И так, кстати, даже не гоняли. Класс. Эти столики мне нравятся. Как вам? С люком. Классная машина. Смотрите, сколько стоит такая машина. Вот она. Ух ты. 82 тысячи. Ну, классно. На самом деле машина реально сделаны. Ну, единственное, что мне не нравится колеса, это больше такой мексиканский вариант. Но внутри прям самое то. Engine start stop. Заводится раз здесь. Приятно, короче, тут все так сделано. Люк открывается. И, кстати, ну, сделано, как она в Denali, вот эта вот штука, это такая, типа, фишка Denali. Только сам здесь про Denali нет ничего. Ну, вот мне нравится. Как вы думаете, купим мы в этом году такую машину? Я думаю, что надо брать. С нами не хватает для нее порожка. Мне больше нравятся такие классические варианты. На парковке я видел, кстати, у них такой же цвет, только видите, вот колеса более классические. Как я уже сказал, я не очень люблю этот мексиканский стиль. Здесь он еще этот есть, багажник. Я, кстати, сегодня им буду багажник сдавать, который я у них покупал. Он с дефектом. Так, что это у нас? Ну, это, по-моему, как раз классический 3,5, наверное. А, хотя, может быть, я ошибаюсь. Sierra 200, Duration, так, Warranty, цены нет. Цены почему-то нет. И вон тот же самый, в том же самом цвете. Это еще более-менее. И, ну и порожек есть. Я как-то привык. Вот серый цвет мне тоже нравится. Ценников только почему-то нет. А здесь есть, смотрите. Здесь 56 тысяч. Так, 3 гарантия. Где у меня там характеристики? 5,3, так, это расход. Engine 2,7, это еще даже меньше, чем у меня на Рейн. Такой хоккей нам не нужен. Вот, я говорю вот про этот черный. Вот он в Denali стоит, но у него реально такая достаточно скудная комплектация внутри.
То есть вот нет вот этих всех красивых кнопочек, которые я вам показывал. Салон, не, он такой более Т-72 тысячи. Asking price. 1500. 3 литра. Тоже слабо. Так, вот Тесла. Погнали. Нужно будет вот тот посмотреть. Вот он белый, привет. Второй. Там тоже Денали. Колеса как мне нужны. И пороги у него тоже есть. По-моему, порог у него выезжает вообще. Едем на такси. И мне, кстати, они предложили типа то, что у них есть опция такси вызвать к дому. Но там расстояние 10 миль, а я посмотрел, мне 13 миль добираться. Я даже не стал ждать, вызвал уже за свой счет. А я приехал с сыном на тренировку. Там парковки не было рядом. Припарковался вот в здании. Сейчас пойдем посмотрим, как они там играют. Какой-то он... русскоговорящий человек с волкодавом гуляет. Это что-то в районе даунтауна Сан-Хосе. Тут, видите, вот трамваи катаются. Время почти 5 часов, блин. Серьезно, мы опоздали на тренировку сына. 5 часов вечера, пятница, 3 марта. Здесь играет у нас футбол. Видите, и сокер тут. Кстати, не так часто видишь пацанов, которые играют. В основном девчонки. И тут же вон американский футбол. Приходят семьями играть. Покушать. А мой вон там как раз бегает с угла. Вот сейчас чуть кого-то не завалил. И кувырки еще пошли. Блин, я думал, а, вот там в углу. Вот, ему сейчас тренер показывает стратегию. Тачдаун пропустили. Взяли, пропустили тачдаун. Эх.